А как ты себя чувствуешь сейчас? Какое ощущение? Я понял, какая просто наша страна. Пидорасы кинули. А кто пидораст? Наши командиры. А как ты себя чувствуешь? Тоже плохо. Сам откуда? Полтавская область. А почему воевал? Я ехал вообще не сюда, нас мобилизовали и говорили, будем на блокпостах после Днепропетровска, а привезли сюда, как котовушку. А что ты хочешь сейчас, дальше? Сейчас я уже понял, что к чему, хочу домой, никакой войны. Зачем это кровопролитие? А сам откуда? Кровой Рог. А какое ощущение, эмоции сейчас? То есть они пока находятся, сидят? Одна позиция. Мозги не работают. У них было здесь три района, ну три рота.